Vater sind die Schwachen. Мама, ты куда? А вот как раз с тобой. Не упади, мам, по телефону уронишь. Телефон попадет между ребер. Это что ты, мама? Останется дичь. Мама, телефон. Они слушают. А, это думал, про. Дичь. О, дверь. Стена. Ладно. Нет, да. Господи, что это за? Карл. Владик. Все дорогие вести. Любые жизни и менее. Хозяин. Вот хозяин. Я убал твою тёлку. Влюблена только в тебя, скобочка. Да. Проходите, не задержите. Погиб, хагагарин. Что прочитал? Завтра будет уже конечный. Сделайте мне дверь! Дверь! Тагил! Сделайте нам, пожалуйста, алле-гоп! Ну что, парни, классно? Лесбиянки, не зря. Ну, залезайте туда, чтобы уже была завершающая фаза видео. Залезайте на этот приступочек, Жорь. На эту. Рик и Морти? Класс. Иди, да, он Рик и Морти. Иди, давай, иди. Рик и Морти. Опа, опа, опа. Жень, где? Ну, поднимись уже до хвоста, Жора. Девочка, качественная граффити. Какие-то сороки там стрекочут. Товарищи, со всем авторитетом хочу вас уверить, что в России не умеют делать граффити. Это точно. Дайте мне, пожалуйста, маркер, я нарисую такую эпичную граффити. Здесь мы видим жопы, признание в любви, плохой арт по Рику и Морти, как, собственно, и все фанаты, телеграм-каналы Барлик. Ну, ох ты, ё-моё. Зато ласточки летают. И надпись «Бонаква Пидор». Все, всем благодарим за внимание. Дверь. Ты будешь что-то, Жора? Смотрите, я хочу красиво, что-то нарисовать. Блин. Ну, поднимись наверх, сейчас мы найдем что-нибудь нарисуем. Посмотри панораму отсюда. Дайте мне пост с маркер. У кого-нибудь есть маркер? Да откуда у меня маркер? У меня есть черная ручка. Нет, черная ручка.